Привет всем. Ну что, у нас есть техосмотр. Все шикарно, прошли. Все, буз доделали фактически. Но черненький квадратик. Это, в принципе, всего лишь на месяц. Так как у него есть смешные недостатки. Так что снизу там все окей. Смотрите, какие тормозные диски новые. Колодки новые. Делфи поставили, кстати. Не знаю, хорошо будет, плохо. Что дальше? Все окошки почистили, что-то уже наклеили. Смотрим сзади, барабаны поставили новые, колодки новые. Снизу поставим, что там? Во, трубочки выгнули новые. Значит, тормозные цилиндрики новые, тросы ручника новые. Глушак переварили, та сторона также сама. То есть, что могли, все заменили. Сзади фонари новые. Освещение номера. Вот эти штучки тоже новые. Они по 6 евро, походу, была штучка. Там все окей. Но проблема-то какая? У него 7, нет, не 7, а 9 мест. Сняли, ну не сняли, то есть взяли сведуху, которая здесь была должна стоять. И проблема следующая. Вот на техосмотре нам сказали, она должна защелкиваться. Она не защелкивается. И как поняли, почему она не защелкивается? Она прогнутая. О, здесь видно, как там прогнуто и тут прогнуто. Здесь реально выгиб очень большой. То, что надо разгибать обратно. И уж видно, что здесь она проседала туда прямо. Не знаю, что тут возили, что тут делали. Но здесь, в принципе, видно, как пробита арка. Вот, и она вся вот полуаркой так идет. Вот. То есть вот и вся проблема. Здесь у нас двоечка, так как все 9 сидений не должны фиксироваться по местам, иначе техосмотра не видать. И еще беда. Снизу забыли почистить трубки резиновые. Где они тут есть? Не знаю, я залезу туда или нет. Попробуем по травке. Вот, вот эти трубочки резиновые. Видите? Обкрашенные. Остались непочищенные. То есть перед ними почистили, а вот эти... не почистили, видите? О, на них остался этот битум, с кем мы обрабатывали кузов вес. И битум остался на резиновых шлангах. И за это нам тоже двойка. То есть две смешные двойки. То есть шланги, они не то что плохие, но они просто покрыты битумом. Это двоечка. И задняя сидуха. Просто недосмотр, она не фиксируется. Мы ее чисто поставили так, чтоб она была там, а она, оказывается, не фиксируется. Вот и здесь, кстати, все написано. Не фиксируется отзывно. Третий ряд. Не фиксируется боковинка. Это двойка. Ну, то есть, не соответствует крепление. И шлютен парк лаймс виду. То есть, ну, две двойки, и зато нам техосмотр не видать. Тормоза просто отлично. Ручник идеально. Ну, так как там все окей. И дымность у нас ровно троечка, что полагается норма. То есть норма тройка до 2009 года. У нас 95 год, 3.0. Все шикарно. С первого надува было 3.28. Ну, реально там ничего не чистили. Солярку никакую я там не заливал, ничего не делал. Ну, еще у нас беда. Нам погнала жидкость. То есть или же радиатор забитый. Там, когда мы красили, видите, вот он весь покрашенный, да? То есть, может, ее менять надо будет. Ничего страшного, поставим новый, если он забитый. Ну, короче, беда такая, что здесь реально через какое-то время езды машина нагревается и здесь начинает гнать. Выгоняет фактически все. Уже опять видно, все, бачок опять пустой. Я уже туда 10 литров воды забухал. Техосмотр-то проходили, прошли, а воду-то начала выгонять. Еще его выгоняет, но будем искать. Реально, где проблема, может, снимем, покажем, если найдем. Надеюсь. А так, все остальное, ну, как говорится, все окей. Будем надеяться, что прокладка головки в порядке. Так, все, литоки помыли. Резинку обработали специальной прыхалкой. Хорошо так стоит, воду отталкивает, блестит. Красота. Так что бампер тоже, кстати, старые обработали. Тут видно, что вот тут пошпаклевали и так. Ну, старый бампер, другой не покупали, старый сделали. Короче, решили дальше снимать. То есть все же гонит головка. Сняли мы головочку. Тут передок разбирается, все простенько.
уже отшлифовали. Но здесь видно, как клапана тиснувшие были уже это давно, это не сейчас. Но на каждом поршне есть отпечаток, как клапан там хорошенько всадил. То еще шлифуем с таким аппаратом, тут уже снято. Кстати, тут тоже, ну, гнало конкретно. Тут вариантов не было других, тут 100 баллов прокладка. То есть будем все шлифовать, так как тут тоже уже трещины. Ну, на профессиональную шлифовку не будем отдавать. Так сделаем все, отшлифуем. Здесь уже краки получаются. Но они по заводу реально у многих есть. То есть это не новость, кстати. Но вот это уже, может, немножко неприятно. Здесь такая тема. Но это тоже ничего страшного. Так что отшлифуем и все тиснем обратно. Туда. Подберем тысячную шлифовочку. Из тысячной будем, было 800, а сейчас походим тысячную и шлифуем. Блок в порядочке у нас, блестит, красота. Сейчас надо сделать так же самое с головкой. Вот так красивенько все отшпаклевали. Так, вот у нас прокладочка. Распаковываем, снимаем все красивенько. О, какая-то черненькая. Значит, у нас L-ring. Здесь есть снизу таблица, как все правильно делать. Подрядность, первый, второй, третий, четвертый, все такое. Какие торксы, болты. Так, и сама прокладочка. Значит, три дырочки были и три дырочки ставим. Все тут отшлифовали, с тысячной прошли. Я думаю, будет окей. Будем вставлять, смотреть, посмотрим, погонит, не погонит в аду. Короче, все плохо. Прокладку поменяли, не помогло. Там очень много трещин в головке. Скорее всего, там всему пипец. Мы уже моторчик сняли. Вот у нас 1,9, 66 киловатт. Но насос у нас электронный. Вот, уже электроники здесь. Электронный насос. Вот того аппарата. Passat B4. Всунем сюда. Поехали.